Слово «инвестиции» в сочетании со словом «Дагестан» у вдумчивых наблюдателей и экспертов еще недавно вызывало грустную улыбку. Мир вам, я Ханжан Курбанов. Это моя кавказская инвестиционная ремарка. 3-4 мая 2023 года в Минеральных Водах прошла первая кавказская инвестиционная выставка, ставшая площадкой для презентации инвестиционных проектов и возможностей регионов Северо-Кавказского федерального округа. Выставка состоялась при поддержке Министерства экономического развития России и собрала более 3000 участников. Сколько ни говори, что Кавказ обладает уникальными возможностями, но до недавних пор эти возможности по-настоящему интересовали только зарубежные разведки и различных диверсантов. Но то были цели, как вы понимаете, геополитические, а не торгово-экономические, тем более не инвестиционные. И вот что говорит про инвестиционные возможности региона заместитель главы правительства Российской Федерации Александр Новак. Итак, с его слов, цитирую, «СКФО обладает уникальным потенциалом для активизации экономического роста. Молодое, быстро растущее население, благоприятный климат, плодородная почва, удачное географическое положение». Давайте разберем каждый из столпов этого потенциала. Демография – да. Население молодое, быстро растущее, однако есть тут и вызовы. И в первую очередь это высокая миграция. К примеру, в самой крупной республике СКФО молодые люди покидают ее, оседают в российских мегаполисах и городах в поисках длинного рубля и просто возможности составить себе сбережения с целью дальнейшей реализации жизненного плана, как-то приобретение жилья, автомобиля, социализация детей, учеба, работа, свадьба. Происходит также утечка не только трудовых ресурсов, но и кадров. Не худшие из них ищут и находят себя за пределами Дагестана. В том числе не видя здесь хорошо работающие, свободные социальные лифты, а наблюдая застойные процессы политической жизни, наличие клановости, которая хоть и отрицается, но объективно существует. Никуда не делась и созданная в 90-х и нулевых годах, то есть на стыке тысячелетий, система земельно-имущественных и финансово-экономических отношений и статусов. Так что развитие бизнеса также упирается в эту затвердевшую незыблемую систему монолит. Что касается благоприятного климата и почвы, это природная данность. Надеюсь, в ближайшее время никуда не денется и не подвергнется биологическим вмешательствам коллективного Запада. Единственное, на что следует обратить внимание, это опустынивание. Но, кажется, этим правительство уже озабочено. Идет рекультивация и другие меры поддержки почвы, деградирующей под нажимом человеческого фактора. Но, если быть точным, под ногами баранты. Что касается кавказской геополитики, особливо положения Дагестана как географического, так и геополитического, мы после СССР меньше всего использовали и обращались к этим факторам. Не до того было. Война 1999 года, террористические диверсии, экономическая блокада, жесточайшее клановое противостояние, его последствия, беды и откат республики назад. С соседями плохо дружили, я имею в виду Южного, прежде всего. По стране тоже побратимство слабо или почти не было развито. Дагестан все эти годы был изгоем и на последних строчках по социально-экономическому развитию. И поэтому, когда вице-премьер российского правительства говорит об инвестициях, он немного, мягко говоря, не осознает всей ситуации в Дагестане, где хоть и прошли аресты одиозных политиков и государственных служащих, служивших своему карману и клану. Тем не менее, монолит, созданный в лихие и чумовые, стоит и никуда не исчез. Люстрация не проведена. Тот самый монолит, который продолжает по инерции политику 2-3 десятилетий и диктует сейчас кадровую политику, стратегии развития, если они существуют, а также инвестиционную политику. В теории эта политика и всегда должна упираться в мощный, профессиональный и честный чиновничий класс, не завязанный на кланах и не требующий откатинга и пилинга, а также наличие земельных участков, которые под гарантией правительства могут стать площадками для инвестиционных проектов. Меликов ни разу, ни два, мягко говоря, страшно возмущался, когда не мог найти хозяина земли. А инвестор не привык ждать. Это как человек, который
Пришел в ресторан и готов сделать заказ, но ему час ничего не несут. Уважающий себя инвестор просто встанет и больше в такой ресторан, то есть республику, не придет. Пока все инвесторы, как говорится, местные, это бывшие члены госсовета, главы районов и городов, которые на пенсии решили вложить честно накопленные деньги в коммерцию, строительство и сельское хозяйство. И то хорошо. С собой на тот свет никто еще ничего не унес. Главное, чтобы земля работала и не на одного человека. А то тот же феодализм получается, только вид сбоку. Хотя с домами вот отдельная история. На инвестиционной выставке большое внимание уделяли логистике. Все правильно. Говорим о геополитике, географии. Как тут без транспорта? Быстрая и качественная доставка людей, грузов от точки А до точки Б. Глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что проблемы, с которыми сталкивается республика, становятся глобальными и стратегическими для всей страны. Потому что грузопоток международного транспортного коридора, как мы сейчас называем «Север-Юг», проходит через Дагестан. То есть нельзя теперь взять и оторвать Дагестан от всей России и даже Евразии. Именно через Дагестан отныне будет проходить грузопоток, пока коллективный Запад антирусский. А когда закончится второй раунд холодной войны, никто не знает. Возможно, до судного дня уже никогда. Поговорка «все новое, хорошо забытое, старое» в случае с Дагестаном становится архиважной и архиактуальной именно в сфере транспорта. Республика просто реактуализирует исторические ветви шелкового пути, одна из которых шла с востока через Каспийский перешейк, то есть Дагестан, Дербент, на север в Европу. О Дербенте, кстати, говорил Меликов с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, посетившим выставку. Глава республики докладывал, что комплексное развитие города идет по плану. Здесь и школы строятся, и больницы ремонтируются. Планируется и возведение двух жилых массивов, но для этого требуется инфраструктура. Региональный бюджет, конечно, уделяет внимание. Уже выделено 850 миллионов рублей. Но нужна еще помощь, которую Меликов просит у федерального правительства. Отметил глава республики и деятельность мэра Дербента, который старается, и даже фонтан появился в результате этой деятельности. Фонтаном сыт не будешь, это в городе, где люди в шутку парки называли лысыми. Зелень нужна, а не светопредставление или светопредставление. Еще работающий стартап, а их пока нет. Но что меня смущает, у соседей по СКФО и мегаполисах летит, как стрела, скорый поезд, а мы носимся на слегка тюнингованных электричках, это чтобы из Махачкалы попасть в Дербент. Все, кто едет в древний город, знают, какие пробки бывают. В двух-трех местах на Уразабайрам мы лично стояли в автомобильных заторах. Четырехполосную и объездную дорогу обещают в лучшем случае через 2 года. А предложений по скоростным поездам на готовой железной дороге пока нет. А тем временем поток туристов растет, да и местные жители с удовольствием пользовались бы «Ласточкой». Это к вопросу «думать надо шире». Ну и мыслить глубже. Пойми, студент, сейчас к людям надо помягче, а на вопросы смотреть ширше. Сейчас Дагестан находится на этапе инфраструктурной трансформации. Здесь работают программы и деньги поступают. Федеральный центр и в добавках не отказывает. А вот в деле транспорта и инвестиций многое зависит от расторопности дагестанской власти. Быстро думаем, смотрим вперед и по сторонам, учимся видеть, не врать, не бояться и, конечно, не воровать. По моей информации, особой активности в дагестанском павильоне в отношении подписания договоров о намерениях, контрактов не было. Даже чаю, говорят, некому было налить. Ну, взяли бы пару дербентских чайханщиков из Рыночей, вот они бы зазвали инвестора. Хотя вот со слов министра экономики республики Гаджи Султанова, получается, мы немного сгустили краски. И вот что он говорит.
Пассивным наш павильон не назовешь. К стенду Дагестана было приковано внимание и со стороны федеральных органов власти, и коллег из других регионов, и представителей бизнеса. Наши делегаты были очень активны и охватили всю повестку. Не осталось ни одного круглого стола или сессии, в которой мы не приняли бы участие. Подписали 5 соглашений, провели ряд встреч и переговоров, в том числе с президентом Южной Осетии, руководством компаний «Газпром», «Сбербанк», «Промсвязьбанк», «АФК-система», ОАО «Дом РФ», ОАО «Росагролизинг» и другие. К примеру, по соглашению с ОАО «Росагролизинг» планируется строительство мясоперерабатывающего предприятия полного цикла «Дагмяса». Промсвязьбанк выразил намерение участвовать в финансовом сопровождении республиканских инвестиционных проектов. В сотрудничестве со Сбербанком планируется развивать цифровые технологии и ESG, а ВТБ-банк готов оказать поддержку в развитии самого крупного в России сада фундука. Это если совсем коротко, есть и другие решения, которые должны положительно повлиять на экономику нашей республики. Ну что ж, нам остается надеяться. Долгие годы в Дагестан инвестор не шел, но не нравился им дагестанский хаким. Ушлый, узколобый, отсталый, заточенный на «а что мне с того?». Сейчас, конечно, времена другие. Да и министры стали открытие, подкованнее, транспарентнее. Ну а придут инвестиции тех гигантов, которые выступили партнерами и спонсорами Кавказской инвестиционной выставки. Придут и то потому, видя, в каких руинах оставил Дагестан новейшую историю, назовем это так. Федеральный центр и лично Путин отдадут распоряжение оперативно помочь Дагестану. Тоже ведь инвестиция, только с государственным отливом. А из частных у нас один инвестор, и вы знаете, как его зовут. А нам нужно просто и быстро все реализовывать для нужд республики и благополучия его многострадального народа. Догонять общероссийский уровень. Оставайтесь с людьми.